Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, нет, забываем вам про опцию «Суперспасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. Друзья, слушаем Сками и Бет Ангел. Поехали, друзья! Ребятки, два исполнителя, два голоса разных. Тембр. Очень красивый тембр, ребят. Голоса у ребят шикарные. Они разные, но они классные, ребят. Музыка такая интересная, красивая, ребятки. Очень стильный трек, да, друзья? Слушаем дальше. Да, классно. Угу. Поем доме люди, но там мало комната без света, вижу лишь круги огней. Я в аквариум летаю, будто Марио. Я занят и пиваю, попрыгай, будто Марио. За голове стукачей сложен кот, прям как мышей. My momentum начал потоек, I'll take a break for money, yeah. Сказал все, что мне на ум попалось, и правда. Читаю на английском, на вещах все надпись правда. Я заебался делать только то, что вам сейчас надо. Тут на фите бы это был разъебали все по факту. Тут мне очень нравится музыка, да, когда играют фортепиано, ребятки. Очень обожаю. Здесь много фортепиано. Мне нравится очень, ребятки. Красиво звучит. Очень красивая музыка, ребят. Мне нравится. Я люблю это, ребят. Голоса у них очень шикарные. Они разные тембрально, ребятки. Но они красиво. У них, получается, вы знаете, они звучат вместе очень классно, да? Интересный трек получился. Очень интересный. Его хотел слушать, ребятки. Современный, стильный. Модный, да. Модный, ребятки, да. Вкусняшечки, да, добавляют. Классно обработано. Разговор, диалог немножко есть, ребят. А голоса красивые. Приятно, когда... что свои голоса, да, слышно, да. Классно. И когда диалог был, так красиво это все звучало, да? Скажи. Я с тобой, слушай, ребят, танцевала. Танцевала. Мне понравилось, ребятки. Молодцы, талантливые, ребята, да. Продолжайте дальше развиваться. У вас классное направление, прям шикарное. Мы вас с удовольствием будем слушать. Молодцы, ребятки, мне понравилось. Да, круто. Да, молодцы. Голоса у вас очень красивые. Это ваш бонус, ребятки, вы знаете. Пока, друзья.